Бонжорно, амиги. Окраина деревни Белькова. Едем к гидровузлу Фаустово. На рыбалку. Туманище стоит. Время 6:20 утра. Посмотрим, какая дорога. Здесь не был год уже. Вчера написал на Русфишинг, на форум. И никто так и не ответил. Чего здесь, как проезд? Сейчас сами посмотрим. Погодка осенняя, такое туманное утро. Да. Только начало, здесь километра 2-3 ехать до гидроузла. Не люблю на ходу курить. Включим-ка мы полный привод. Начинается что-то нехорошее. Но никогда не забыть мне эти счастливые дни. Здесь два спуска таких есть. Проблемные. Ручей переезжаешь, его иногда заливает. Сейчас, если его не размыло. Ну дорога-то вроде так просохла. Грязи особо нет. Я здесь и в дождь ездил.
каждый год меняется дорога. Клещи, блядь. Полметра, блядь. Вот первый спуск. Чё здесь? Да вообще супер. Кто-то засыпал. Вот здесь труба внизу. Вообще кто-то засыпал, ровненько дорожка стала. Отлично. А то этот ручей переезжаешь проблемно. Ой. Да, высохло все. Там еще пару мест есть. До ночи посидим и домой. Спать холодно сейчас. Говорят, вообще 0 градусов будет. Так что дома спать лучше, чем здесь бензин вечно. Где-то 60 километров, 65 на дом. Опа, ямка. Фирменный ежедневник. Половина седьмого в Москве. Пол седьмого в Москве. Что в день грядущий нам отметить? На календаре понедельник, 4 октября 2021 года. В этот день, в 1954 году, родился Евгений Осин, певец, музыкант, автор песен, известный оригинальным жанром исполнения, совмещающим так называемую мировую романтическую музыку с эстрадными ритмами рок-н-ролл. Песни плачет девушка в автомате. Да, и здесь он место. Тоже закопали. Кирпичиков подкопали. Сегодня начинается вообще супер. Космоса. Пройдет она до 10 октября. Чтобы кто-то ездит. Постоянно. Техника улучшения благосостояния человека. Дата старта выбрана не случайно. А так вон клещи какая. 1957 года СССР успешно вывел на околоземную орбиту первый в мире искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества. Всемирная неделя
неделя космоса является крупнейшим ежегодным... И еще одно местечко будет. ...которое посвящено вопросам изучения космического пространства. Ну, проблемных мест уже нету. В 1959 году... Респект людям. Рыбакам кирпичики вот подложили. В ходе полета с помощью нее были впервые получены изображения обратной стороны земного спутника. Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах отмечается Международный день врача, который считается днем солидарности и активных действий врачей. Здесь перепелок полно. Перепелок. Сейчас что-то не видно, а то прямо впереди бегут целое стадо. Видел, охотники здесь приезжают. Охотники. А еще сегодня отмечается... Это буйно помешанные. Рыбаки тихо помешаны, а охотники буйно помешаны. Вон клея какая. На этом с ежедневником и праздником. А, нам бог. Это утренний экспресс. Ну че? Вот здесь вот гидроузел. Каждый день. Прямо. Ежедневник на ретро-ФМ. А мы поедем выше гидроузла. Здесь вот дорога тоже есть. Там обрыв. У меня ноги пока еще не выздоровели до конца. Так что мне там опасно ловить. А здесь берег такой пологий. Да. Вот он здесь гидроузел уже. Туманище стоит. Огорожен забор. Плотина. Дорожка супер. Даже на ползатерке проехать. Не рискнул, конечно. Колея такая, что может повиснуть. Ну, местечки пошли. Знатные местечки. Народу здесь мало. Редко кто ездится. Ну как редко? Ездит. Они вот здесь возле плотины ловятся. Вот местечко, крест какой-то поставили.